Когда страна одна семья, все по любви живут и ладят. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, за что тебя посадят. Всех приветствую. Вот так теперь выглядит моя чайка. Уже не помню, в каком году, по-моему, в 22-м я снял все наклейки, оставшиеся со времен всероссийской стачки перевозчиков и протестов в Хабаровске. Не хотел больше что-либо клеить, так как за период с 2017 по 2022 год пришел к неутешительному выводу, что подавляющее большинство нашего населения настолько ватное, что пытаться что-то до него донести – пустая трата времени и сил. Одни живут инстинктами – пожрать, поспать, потрахаться. Причем что-то мне подсказывает, что даже если лишить их и этого, в их сознании вряд ли что-то поменяется. Другие просто абстрагируются от всего, что происходит за пределами их квартиры, будучи по какой-то непонятной причине уверенными в том, что их ничего подобное не коснется. Но те существа, которые определили Марию Пономаренко и сотни других людей в застенке на огромные срока всего лишь за то, что эти люди имеют собственное мнение и не боятся высказывать его вслух, просто вынудили меня пересмотреть свое решение. Ведь, как известно, для торжества зла достаточно лишь, чтобы хорошие люди ничего не делали. Я решил, что должен выразить поддержку людям, на мой взгляд, совершенно не по праву занимающим в лагерных бараках места тех, кто их туда упрятал. Вот они-то реально заслуживают находиться там. И дело в данный момент не в желании до кого-то что-то донести. Просто не хочется быть частью этой инертной биомассы. Просто хочется оставаться человеком. Хочется, чтобы люди, являющиеся истинными, а не псевдопатриотами, пожертвовавшие своей свободой, да и не только ей, ради светлого будущего нашей страны, знали, что эта жертва была не напрасной. Мартин Лютер Кинг однажды сказал: «Нам никогда не следует забывать, что все, что Гитлер делал в Германии, считалось законным, а все, что делали венгерские борцы за свободу Венгрии, считалось незаконным». И в этом я с ним полностью согласен. Марии здоровья, силы скорейшего освобождения, как и всем остальным политическим заключенным. Всем тем, кто упрятал этих людей за решетку, поскорее занять их места. Всем, кому пропаганда проела мозг, здравомыслие и благоразумие. Всем адекватным, мира, любви и добра. Всем пока.